Приветище! Это Тинокины, маленькие микробчики, и я небольшой такой человечек, который шарится в огроменном доме, на огроменной планете. В доме живут муравьи, жуки и богомолы, к которым мы сейчас и отправляемся, чтобы отобрать у них одну штучку, которая поможет нам добраться обратно домой. Мы же сюда прилетели случайным образом. Ну как случайным? Перевалы чудачьи. Оранжереи безумия. Мы поймали сигнал этой планеты, и поэтому мы сюда прилетели, думая, что это наш родной дом. И вот мы исследуем эту планету. Ты не пройдешь. Один из инструментов теневых тварей был обнаружен и заключен в оковы. Эти жуткие существа затаились в тени, наблюдая и манипулируя нами. Задача первая — не дать шпионам добраться до инструмента. Подозрительный инструмент прикован к решетке для последующего осмотра. Никто никогда не узнает, что я спрятала ключ от замка на дне огромного вивария. Спасибо, что рассказал нам это. Я думаю, что больше с тобой болтать-то не о чем. Значит, нам нужна вот эта воронка. Очень-очень загадочный инструмент под названием воронка. Что ж, нам заново нужно набирать тинукинов. Поскольку... О, зеленые тинукины, новенькие! Класс! Это силачи. Хотя нет, силачи у нас розовые. Они делают лестницу! Крутые, они как акробаты. Прикольно. Классно. Так, давай попробуем. Ого, ничего себе, какие вы шустрые. Давайте сюда. Обалденно же, я теперь на любую высоту могу взобраться, получается. А сюда нужны красные. Подрываем. Туда докину, о, докину. Ничего себе, как я далеко могу кидать. Улитка на Гэри похожа. И Спанч Боба. Сейчас мы туда... О-о-о-о-о-о, у вас тут можно покупать всякие круассанчики. Это здорово, конечно. Улитка, привет. Ты со мной хочешь? Она со мной не хочет болтать. Эх. Так, куда еще можно залезть? Как насчет вот этого домика? Мы сюда запрыгнем? Запрыгнем. Класс. Не, ну вот эти вот тинокины новенькие, зеленые, они открывают огромную возможность. Это прямо классно. Что за подсказка? Когда за тобой следует несколько зеленых тайникинов, попробуй удерживать кнопку RT. Да, мы это уже знаем. Мы уже опробовали. Красненькие, это хорошо. В тапочках. Кстати, я же поучаствовал в прошлый раз в гонках, и у меня теперь есть новый костюмчик. Помнишь, на Моссе говорили, что если ты наберешь 2 золотых медали, то мы откроем тебе наряд новый. И вот он открыт у меня. В общем, я выиграл наряд жука, и теперь я буду как жук. Посмотрим, какие еще наряды я смогу открыть, выигрывая в гонках у ОС. А пока будем разведывать... О, муравьи, ну как бы химия древнее. С ними болтать не очень хочется, но на самом деле... О, письмо, тут тоже почта есть. Но я знаю, что... Нет-нет-нет, ребят, мне не вы нужны. Вот так вот. Но если я буду общаться тут со всеми, то... Мы узнаем какие-то секретики, поэтому желательно общаться со всеми. Так что пойдем к этому муравьишке, подойдем, узнаем, что он хочет. Химия, древнее искусство богомола. Да, несмотря на их вид, они многому могут нас научить. Похоже, они освоили свое искусство из этих книг. Написанного не прочтешь, но кое-что можно подчерпнуть из иллюстраций. Например, можно узнать пару простых целительных рецептов. Из книги можно узнать пару целительных рецептов. Возможно, нам это как-то поможет, а может и вообще никак не поможет. Найдем здесь, знаешь, какого-нибудь жучка, которого нужно вылечить. Опа, вода. Нет, воду я боюсь. А намыли? А намыли как? Не, намыли тоже никак. А там, между прочим, розовенькие. Они мне нужны. Хм. А что, может быть? Может быть, вот так вот? Нет, нет, нет. Я думал, они в воде выстроят лесенку мне, но нет. Так не прокатит. Ладно, полезли, короче. Сейчас вот тут все соберем. Полезем с тобой наверх. Посмотрим, что наверху. Ай-ай-ай-ай-ай, упали. Интересно, какого цвета еще могут быть тинукины?
Или это все? И, кстати, смотри, пока их не расформировал, они так и будут стоять. Вот, тут можно. Вот это только я не забрал. Давайте сюда еще. Еще, еще, еще нужно. А че вон двое-то там халтурят? Мне сюда надо забраться. Ребят. Подождите, что-то какая-то халтура. Это максимум, что ли? А, тут типа потолок, я не про... Вот. Короче, когда башка упирается во что-то, они больше не строят ничего. Я понял. Какая-то лаборатория. Вы что тут химичите? Видел музей Ардвина у Эрмитажа? Жулики, настоящий музей здесь, вокруг нас. В месте, где он всех нас создал. Взгляни вокруг, оглянись назад. Странные инструменты, творения за стеклом, древние глифы. В храме думаю, что Ардвин был таким же, как мы. Полный абсурд. Как тогда он обращался с такими огромными предметами? Ардвин был не тихоходкой и не богом, а великаном. Но стрекозы не хотят в это верить. Прийти и поглядеть сами не хотят, потому что, видите ли, солнце не выносит. Удобная отговорка. Ну, как бы логично, что он не богомол и не жук, а какой-то великан. Жиглов. Если Ардвин был великаном, как он мог исчезнуть без следа? Да он, может быть, просто из комнаты вышел, там, пописать, покакать, я не знаю, делишки другие поделать. На работу, в конце концов. О, классно посмотреть на себя в этот... Хотел сказать телескоп, но это же микроскоп. Жучки. Блин, теперь, когда у меня есть такая шикарная лестница, можно пузырями-то и не пользоваться. Если я куда-то упаду, я всегда друзей призову. А вот, кстати, пузыри понадобились. Здесь без них никак. О, жук, старейшина. Здорово. Хотя этот... Псевдомузей, работа шарлатана, в нем все же есть некое эстетическое очарование. Отличная идея – заточить непокорных тварей в стеклянные банки. Стоит опробовать на наших противниках. Но ведь тогда мы больше не сможем их избивать. Почему же? Сможем. Медузу сюда заточили, в эту стеклянную банку. Ого, осьминог, ящерка. Привет. Ты в ужасе, он такой бледный стоит. Ну да, он очень боится всех этих тварей в стеклах. Ну, похоже на лабораторию, если честно. Так. Учитывая, что там микроскоп еще был. Не-не-не-не-не, ребят, нет-нет-нет-нет. Отпустите меня, отпустите меня. Жалко, они обратно раскладываться не могут. Черт. Мне вон ту малинку бы сбить, но что-то как-то не выходит сейчас. А вот эту малинку мы собьем. Давай, огонь. Раз, два. Фух, ну третьего, которого я кинул, он хоть не взорвался, это радует. Это радует. Давай-ка на лампу прыгнем. Блин, какая комната крутая. Офигенная. А сверху еще какие-то колючие цветы растут. И цветки, которые едят мух, кстати. Вон там нектарчик на нем. Я думаю, что если я туда прыгну за нектаром, этот цветок схлопнется и может меня сожрать нафиг. Так, ну тут вроде бы мы закончили. Давай вниз еще спрыгнем. О! А тут как бы дофига всего еще. Сейчас я подрывашкиных своих всех истрачу, блин. Угу. Сюда мы не попадем, тут стекло. Ну, то есть опять так же надо забираться. Забираться, как мы сюда и пришли. Так, подожди. Если я сделаю вот что. Ага, получилось. Да тут долетим? Долетим. Вот эту штуку нужно потянуть. Но для этого нам понадобятся розовые туникины. У меня их нету сейчас. И вот это давайте разобьем. Спускалка вниз. Здорово. Чего вы тут бормочете? Нужно закончить с этим урожаем и отправить его в Ванею, моим лучшим клиентам.
Они тут, короче, фермерством еще занимаются. А вот, кстати, розовенькие. Отлично. Это нам сейчас помогут. Фермеры здесь у нас, оказывается, эти богомолы. У нас заканчивается... Что у вас заканчивается? У нас заканчивается удобрение, но Ардвин скоро пополнит наши запасы. Удивительно, как ему удается незримо обеспечивать нас всем необходимым в первый день каждого месяца. Ну вот, а вы говорите, что он здесь не бывает. Бывает он тут? Значит... Ага. Уперся башкой. Ну давай, о, забрали. Тихо. Нет, мы туда не лезем. Да не... Спустись ты! Да что ж такое-то? Да блин! Вот, что я хотел. Так, насчет цветочков. Я так полагаю, их нужно все потянуть каким-то образом. Здесь мы можем? Да. Сейчас попробуем это сделать здесь, на первом цветке. Блин, мне их не хватает. Нужно больше. А больше внизу. Окей, значит, мы тогда прыгаем туда. А как я потом оттуда выберусь? Вопрос. Наверное, вот так вот. Ну да, таким способом тоже можно. Письмо. Ну, в принципе, мы можем его взять. Остается только почту найти. Как раз, смотри, у меня зелененьких... Блин, нет, у меня зелененьких не хватило. Чуть-чуть не хватило, чтобы туда запрыгнуть. Сейчас еще попробую, конечно. Ня, не получится. Не достаю. Ладно, давай тогда туда. Опля. Хорошо. Где почта у вас тут, богомолы? У меня письмо есть, я бы принес. Тут ворота закрыты. Это центр города богомольский, значит. Но мы же можем перелезть. Взяли и перелезли. И ворота сейчас откроем. Вот и все. Теперь они всегда будут открыты. Тут у нас паб какой-то, алкаши отдыхают. Комочек грязного хмеля. Привет. Герой Санктара. Прислушайся к моему совету. Не обижай улиток, хоть они и скользкие, и молчаливые, но богомолы считают, что они играют важную роль. Это может показаться странным, но советую уважать их. Занятные убеждения. Поверь, богомолов лучше не злить. Да я как бы и не собирался улиток убежать. А что, их можно что-то с ними делать? Подрывать там? О-о-о. Покинуты все, кроме тебя. Носители спирали, познавшие рождение и смерть. Молим научить нас в тишине. Созерцать мир таким, каким он был, есть и будет. Элатия Лоград. Элатия Лоград. Азадот зовут улитку, он в шоке просто от всего происходящего. Ну, ого, лапа какая. Давай возьмем. В музей, видимо, притащить нужно. Здорово. Только попробуй снова. Тут разборки, короче. Только попробуй снова подсунуть сюда хоть тебе лег. Болиголовка, я сразу позову стражу. Я уже говорил, у меня от него несварение. Ну и неженка. Болиголов — это деликатес. Местный с удовольствием уплетает его каждый день, и ничего. Ну да, богомол и муравей. У них пищеварительный процесс вообще разный. Так... Вот это мы заберем. Улитка, с тобой можно как-то взаимодействовать? Нет, ее даже не подорвать, ее не подобрать, ничего с ней нельзя сделать. А здесь, короче, у них склад. Провизия накапливается. Сверху там розовый, что ли? О, ништяк, розовый, хорошо. Розовые нам очень нужны. Я еще хочу вот сюда зайти, здрасте. Почему богомолы никому не нравятся? Нет, это щитники никому не нравятся. Правда? Почему? Не знаю, спрошу у папы. Ну тут вроде бы все. И вот решетка вентиляционная. Я думаю, что мы через нее сможем возвращаться в лагерь наш. Так. Что у вас тут еще есть? Зелененьких тут заточили. О, секера. Ты же это, хмелевар.
Майло, это место настоящий рай и ад. Богомолы особо гениальны в выращивании редких растений с помощью гладкой и сладкой пыльцы. Именно то, что мне нужно для лучшего нектара в своем доме, без тени сомнения. Но иногда они любят что-то поядовитее. Не бойся, любой нектаровар знает, как отличить хорошую пыльцу от плохой. Это ведь моя работа. Мне нужно 900 пыльцы. Принеси все мне. Главное, ничего не пробуй по дороге. Я дам тебе кое-что взамен. Я даже знаю, что ты мне дашь. Пузыри. На данный момент у меня пыльцы собрано 199. Этого пока что недостаточно, но мы соберем все здесь. Абсолютно все. Так, так, так. Куда еще мы можем? О! Это подорвем. Это заберем. А мы что-то лазили. Точно, мы что-то лазили. Зелененький. Откроем ворота, чтобы проще было сюда потом заходить нам. Вот еще. Зажгем факел. Че вы тут тусуетесь? Я что-то видел. А что ты видел? Как занятно, ты ведь шпион из столицы. Мог бы хоть немного постараться скрыть свою личность. Не мешай, у нас здесь вообще-то неприкосновенность частной жизни. Это вы мне не мешайте. Все что-то хотят со мной поболтать. Ну хотя я могу и не подходить, и не болтать. Просто вдруг кто-нибудь секрет расскажет. Тут хорошо. Богомол там наверху сидит. Но я думаю, он ничего нам не скажет. Че, нас сюда пустят? Можно пройти? Можно. Вообще без проблем. Так, столовка. Похоже на столовку. Здесь они жрать готовят себе. Или это еще один склад, не знаю. Или это вообще, знаешь, кроватка. Похоже на отель какой-то. А ты кто? Клеомадре. Клеомадра? Клеопатра типа местная? Майло, да и я матриарх чудачий. Ридми говорила тебе. Довольно занятный он шелкопряд. Задает много вопросов и всегда остается с носом. Мой народ очень древний. Его не волнует одобрение других, что и делает нас сильнее. В доме скрывается тайна, только и жаждущая храбреца. Открыть ее можно лишь методом проб и ошибок. Не бойся исследовать и ошибаться, Майло Дэй. Совершай ошибки, будоражь умы, даже если тебя посчитают странным. Только смелым покоряется море. Ну, логично. Клеопатра очень добра к нам. Мне это нравится. Кексики, это ж кексики, кексики. Можно кексики взять? Эх, жалко, нельзя. Окей. Тут мы вроде бы закончили. Можно повыше залезть вон туда. В принципе, мы сейчас этим и займемся, почему бы и нет. Как мне нравится, как эти зелененькие туникины, тинукины выстраиваются. Все, здесь мы пыльцу забрали. Всю. Смотри-ка, вон туда вот нам надо пробраться. Вот сюда. И там где-то ключ закопан. Че, пойдем его откапывать? По крайней мере, попробуем туда пройти. Я уже вижу, что так просто мы туда не попадем. Нужно что-то сделать. О! О! Прикольно, появился нектар. Пыльца, точнее, но... Я там могу обжечься. Я сейчас, конечно, попробую. А-ха-ха, жопка моя! Но я забрал! Я забрал. Немножко подгорело, не страшно. Так, так, так. Отсюда мы сможем залезть? Да. Хорошо. Ну и здесь закрыто. Что-то нужно сделать, чтобы это все дело открыть. Как нам туда попасть? Непонятно. Ой, там еще пыльцы сколько не собрали. Короче, мы сейчас эту пыльцу собираем и идем с тобой вон на то дерево в горшке. Ну, в горшке навряд ли дерево, скорее всего, это цветок. Будем опускать висящие вот эти вот цветочки. Интересно, что нам это даст вообще. И нужно ли нам это? Так, так, так. Как нам лучше на цветок-то залезть? Мы же тут спустили вот эту веревочку, вот по ней и залезем. А, подожди, вот тут еще не собрали. Все? Вроде да. Тогда лезем со спокойной душой наверх. Можно еще вот это как-то собрать, но... Шелкопряды, скорее всего, нам это помогут сделать. Так,
Докинем же туда. Что-то так далековато считается. Смотрим. А, в них пыльца. Я-то думал, что там что-то другое. Ну ладно, пыльца тоже неплохо. Не достаем. Давай с лепестка вот этого попробуем. Ну-ка, о, получается. Подсыпки. Интересный цветок, да, на котором растет малинка. Малинка. Тут разбито стекло. Блин, я упал. Мы сейчас через это стекло разбито сможем пролезть в этот террариум. Вивариум, террариум. В чем разница вивариора от террариума? Вивариум — это там, где цветы растут, скорее всего. А террариум — это там, где насекомые и животные могут содержаться. Но это не точно. Вивариум, я вообще такого слова раньше не слышал. Что-то как-то... Надо больше читать. Больше читать. Вон, смотри, внизу сколько зелененьких. Зеленые яйца. О! Фига себе. Шило нашли. А на кой нам шило? Как высоко теперь мы можем взбираться, да? Лесенка какая у нас длиннющая получается. И там у нас кто-то... А, ну это в вивариуме. Это в вивариуме. Здесь у нас что-то. Шелкопряд. Во! Я же говорил, что нам это поможет шелкопряд собрать. Что ж, поехали. Соберем. Так, так, так. И обратненько давай. Внизу-то сколько ягод мы не собрали. Как это мы так пропустили? Короче, я таскаю с собой, значит, шило, письмо и руку какого-то животного, скелетную руку. Я похож, ну, не знаю, на какого-то сатаниста, что ли. Со всеми этими предметами. Вот я и наверху. А, поторопился. Поторопился. Здравствуйте, у вас тут водичка протекает. Три угла плиты большого резервуара получилось сдвинуть, но последняя совсем не хочет двигаться с места. А, подожди, может это не шило, отвертку я притащил? Что это у твоего тайникина? Похоже, этот предмет справится с задачей. Точно, это отвертка, это не шило было. Угу. Надо тогда подняться туда и докинуть. Все, мы можем туда попасть. Туда мы попадем через... Только если оттуда лететь. Ага, нам на самый верх нужно забраться. На самую крышу. Хотя... Моя лесенка шикарна. Тинукины прекрасны. А вот это мы разобьем, интересно? Можно подорвать? Класс! Еще башка скелета. Скорее всего, это ящерица. Наверное. А дальше мы отсюда не выберемся, да? Вон туда сейчас слетаю. Тут, короче, проход закрыт. А, нет, мы можем его отпереть. Изнутри. Это хорошо. Фиолетовые тинукины мне помогут. А, подрывать нужно? Ну ладно. Шелкопряд, красавчик. Чё бы я без тебя здесь делал? Поехали. Так, подрывашкинов у меня 21 штучка, поэтому надо с ними поосторожнее быть. А то вдруг не в подходящий момент закончится. А я что-то их здесь как-то не так уж и много собираю сейчас. Пойдем по дереву. Главное здесь не упасть, вот, серьезно. Малинку заберем. Как же это я не подберу малинку? Где-то он еще с той стороны, но докину. Прикольно, они летают по траектории необычной такой. Это мы тоже соберем. Подсыпки, давай вниз спустимся. Вот сюда.
Да, мы все собрали, вот тут еще не все. С этой стороны. Шелкопряд, отлично. Прям в город ведет. Кстати, насчет почты. Что-то я ее... Вот она же почта, прямо к ней подъехали. Отдаю письмо. Держите. Три письма еще нужно. Не проблема. Еще одно письмо я знаю где. Мы за ним потом как-нибудь сходим. Не лень туда возвращаться. И тут шелкопряд, да, у нас? Ой, тут тоже сверху городочек небольшой. Пойдем, скатаемся к ним. Здорово, ребят. Ой, подрывашкины. Розовенькие. Какие-то тут мощные жуки. Че вы тут? Гра! Майлодейн! Они меня все знают уже. Снова пришел нам на выручку, дружище. Так, а я вам как-то помогал уже, да? Погоди, Минитил. Найти источник сигнала — наша миссия, не Майлодейна. Время уходит, Солярия. Да, песнь Ардвина теперь слышна каждому в Санктаре. Но мы, щитники, все еще слышим ее зов повсюду. Нельзя терять время. Как можно сохранить спокойствие? Думаю, солнце идет мне на пользу. Его сияние, его аура. Ты знал, Майлоден, что здесь родина щитников? Не совсем здесь, неподалеку, снаружи. И правда ведь? Свет дарит мне невероятный прилив сил. Ну что ж, пойдем. Так, я понял, вы тут сами справитесь. Без меня. Загорайте. Недаром у одного из вас имя Солярий. Очень любите загорать. Ага, вот куда нам нужно кости притащить. Это жаба вообще, походу, а не ящерица. Ребят, я не буду с вами болтать, а то заговорили меня тут совсем. Я знаю, что богомолы любители поболтать, но нет. Да, в принципе, как и жуки, и муравьи. Вон туда бы докинуть и шелкопрята бы высвободить. Эх, но не получится. Так, так, так. Отсюда мы можем наверх полезть. Давай попробуем, почему бы нет. Почему бы и нет. Вот сюда залезу? Нет. Невидимая стенка. Опа. Как мне нравится здесь лазить повсюду. Просто обалденно сделали. Цветки, походу, все раскрыли, кроме вот этого. Сейчас мы его откроем. Все раскрыл. И на самом верху у нас ждет мега-нектар. Мега-пылище. Вот мы сейчас и доберемся до него. Сколько у меня там уже? 563 пыли. А нам нужно 900. Ничего себе, как ты высоко взобрался, дружок. Да, я скачусь на своем мыле. А теперь обратно. Что ты тут делаешь? С растениями нужно общаться. Им нравится, когда ты заботишься о них. Когда они чувствуют твою любовь. Пока ты их не сожрешь, конечно. Богомолам тоже нужно кушать. Фу, какой ты приятный чувачок. Да, увы и ах, в этом мире все так. Все друг друга пожирают. Вот мы добрались до этой пыльцы. И отсюда мы сможем залезть прямо наверх. А где разбитый вивариум-то был? А, он ниже, он ниже. Вон туда бы мы могли залезть. Но мы что-то слишком наверх забрались. Нифига себе, тут что наверху-то? Прикольненько, мне нравится. Офигенно. Здорово. Вот ты какой, Майлодейн. Забавно. Не слишком ли ты мал для героя? Нормальный я. Нормальный. Я даже в честь щитников вон на башку усики прицепил и костюм одел. Так что не надо тут на меня. Письмо забирайте. Значит, вот так вот делаем. А там что у нас, навозный жук? Навозный жук нас ждет. О! Шелкопряд. Классно. Поехали. Юху! Такая толпа прилетела. Стой. Вон, как это я упустил вот этот момент. Ничего себе. Ну, поехали. Так.
Сейчас чуть-чуть обратно вернемся, повыше взберемся. Вернемся, взберемся. Вот это я взобрался, конечно. Вот это я взобрался. Блинский. Черт! Все, я рухнул. Что это за он ляп какой-то? Ладно, пойдем тогда здесь письмо заберем. Че бы и нет. Погоди, он там что за красная кнопочка? А, не-не-не. Я вначале подумал, что там бомбардировщик. Подрывашкин. Письмецо, кстати, вон оно. Вот сюда вот нам надо. Забираем. У нас два письма уже. Это классно. Дружище, я притащил тебе еще два письма. Держи. Последнее где-то заныкано еще. Ну, короче, раз я упал, предлагаю заскочить вот в этот Вивариум. Вивариум. Где, возможно, прячется ключ. Прям туда и пойдем. Опа. Ключик, ключик, ключик. Скорее всего, он за тем кактусом. Очень непримечательно спрятали его. Богомолы, конечно, гений. Привет, ребят, что вы тут делаете? А здесь мсет, владыка пустыни, не скройся, ибо гнев мой поразит твое тленное тело. Сет, братишка, успокойся. Выпей чего, а то уже на нервы действуешь. Походу, он пережарился на солнышке. Ну что, ребята, хватит нам сил тебя отодвинуть? Как ты себе? Молодчики. Ага, нам прямо вниз надо спускаться. Подожди, нет. А куда вы его потащили-то, кстати? Ну, пусть тут постоит. Прикольно как. Прежде чем вниз туда спускаться, мы сейчас здесь все обойдем. Здесь куча всего. Вот это откроем, чтоб проще нам было потом. Тут нигде ничего у нас не спрятано. Не, ну вот с этими, конечно, зелеными вообще теперь без преград можно по карте перемещаться. Куда хочешь. Особенно их количество, которое у меня сейчас есть, можно взбираться очень высоко. Тут все. Там у нас тоже на выходе же все вроде бы, да? Мы тут стояли, думали, как открыть эту решетку. Вот мы ее открыли. И теперь можно спуститься вниз. Посмотрим, что у нас тут. Это же удобрение. Мы на удобрение приземлились. А вон она, ключ, кстати. Прям перед нами висит. Это что, письмо последнее? А, нет, это не письмо. Какая-то задвижка. Ладно, ключик давайте заберем. Сейчас я еще тут обойду все. Ну, по низу ничего нету интересного. Тогда надо задвижку вот эту выдвигать. А, это вообще ручка? Давайте, ребята! Вы можете, я знаю. Вот так пошустрее будет. Ништяк, двери открыты. Можно отсюда выбираться. Че, наверное, ключ отнесем им, да? Отнесем ключ. Так. Они стояли за пределами своего города. Вон там. Надеюсь, нас не сильно будут ругать за то, что мы тут открыли замочек этот. Долой цепи, освободить воронку. Мы в опасности, тени, бежим. Они просто испугались. Что же ты наделал, глупец? За тебя все усилия помешать теневым тварям провалились. Ты ведь с ними заодно? Тебе меня не одолеть. Готовься к бою. Опа. Долой цепи. Так, ребята, давайте, короче, берите. И пошли отсюда. А зачем мы туда тащим? А, да, веншахта у нас там. Точно, в городе. Вон она. А не кажется ли, что верхняя часть воронки, она слишком высокая? Она здесь пролезет? Нет? Ребята, она не... Кат-сцену сменили. Но она не пролазила там. Воронка очень важна для работы механизма. Этот туннель ведет к Хризалию. Идем! Так пошли. Кидайте воронку, и мы... Мы еще тут останемся. Мы не все собрали, между прочим. Нифига себе. А, я думал, туникины пошли относить, а они же не уходят дальше своей комнаты. В итоге они бросили. Ну и хорошо. Так.
Пойду... Где у нас тут хмелевар-то этот? Вот-вот-вот. Сколько у меня? О, у меня 732. Значит, нужно еще пособирать здесь. Короче, мы еще не были вон в том вивариуме. Там вон открыто окошечко, и мы можем туда пролезть. Сейчас мы сделаем вот такой вот... Опа, маневр. И мы здесь. Ну, давай проверим и на этот цветочек. Он съест нас или нет? О, да. Он нас может съесть. Очень опасный цветочек. Чё говорите? Ну же, одним-двумя семенами меньше. Кому это навредит? Послушай-ка, холоп. Выращивай чечевицу как дикарь. У себя дома сколько душе угодно. Здесь же работают профессионалы. Профессионалы? Ждете, пока чечевица взойдет, затем срезаете листья. Тяжелый труд, ничего не скажешь. Куча бездельников. Неудивительно, что вы не хотите делиться. Резка листьев — настоящее искусство. Я устрою демонстрацию, если хочешь. Покажи мне свой усик. Он хочет ему ус отстричь. Так, короче. Я не все здесь собрал. Опа. Камень? Подождите, а чё вот этот камень делает? А, он воду сейчас перекроет. И там у нас прям... Ностальгия! Установите нос на фонтане в чудачи. Ну, давай туда залетим. Главное не упасть в воду. Еее! Еще чуть-чуть, еще соточка. Еще соточка этой пыли, и все. Так, что-то там богомол нам хотел сказать. Оказывается, это мыло отравляло мои цветы. Спасибо за помощь. Жаль, запах гнили стал таким привычным. А, мыло, ну, в смысле, вот это мыло? Это разве мыло? Это не мыло. Про какое мыло вообще речь идет? Вот у меня мыло есть. Так, нам нужно снова взобраться наверх, потому что там что-то было. Да. Быстренько, прыстренько, быстренько упрыгиваем. О, косточку нашли. Хорошо. Че, тут вроде бы все. Можно отсюда выбираться. Вот тут вот спрыгнем. О! Вон там еще зелененький. Нифига себе, как это мы их пропустили. Зелененький, зелененький, зелененький. Класс. Сколько их у меня по итогу? 9? Почему 9? Не может быть их 9. О, я еще их и вот так могу строить. В нужном месте просто закидать и все. Вот, вот. Короче, их около 30 у меня сейчас. Ребятки, я притащил вам еще одну лапу. То ли заднюю, то ли переднюю, не знаю. А, это была задняя. Так, вон там вот что-то у нас есть очень любопытное. Вон там вот, туда вот нам нужно вернуться. Тут вот даже книжечка что-то подсвечивается. Вот. Ага, тут еще и вон что. Дверь какая-то. А, последняя косточка. Обалдеть. Дай-ка мы ее заберем. Вроде бы как последняя. И вот эту вот подвинем. Ну, короче, я там уже все собрал, поэтому можно было книжку не двигать. Возвращаемся, короче, к нашему скелетосику. Скелетону жабы. И нам сейчас должны дать пыльцы, наверное. Все собрал же, красиво. Как вы его назвали, сударь? Напомните-ка, супергигант-мегазавр? Да-да, я немного переоценил его размер. Но согласитесь, сударь, это не просто груда камней. Эксперты в столице будут без ума от этого открытия. Возможно. Однако у меня есть парочка предложений касаемо названия. Среднезавр, например, или нормозавр. Ничего особенного, завр. Наука ведь должна быть точной, верно? Эй, сударь-помощник, соизвольте получить награду. Думаю, этому место в музее Ардвина. О, класс. А я думал, нектарчик мне дадут. Ну, то есть пыльцу. Скульптура знаний. Ну, здорово. Теперь у нас культура знаний есть. Поехали наверх. Остается только крышу разведать. Я думаю, что последнее письмо, которое нам осталось, оно будет как раз-таки на крыше. Я про тебя совсем забыл, навозный жучочек. Зовут его Часовщик. Теории богомолов могут показаться тебе безумными, Майло Дэйн.
Однако даже сломанные часы показывают правильное время дважды в день. Ну как бы да. По трубе, по трубе. Теперь вот сюда. Вон там я вижу. Ну-ка, как там этот? Во, приблизить надо. Вон, видал там что? Груда скопления пыли. Оттуда добраться. Но, конечно же, в обход. Туда далековато иди. Вначале подумал, что зелененькие тянукины, но нет. Вот это хорошо, конечно. Так. Баночка-скляночка. И богомол, который тут что-то хранил бы. Наверное, посмотри вниз. И жители кажутся такими крошечными, такими незначительными. Они не подозревают, что мы наблюдаем за ними сверху. И все же, посмотри они наверх, им все равно нас не увидеть. Также и чей-то незримый взор может наблюдать за всеми нами. Можно ли его вообще увидеть? Ну, я думаю, что да. Мы же гигантскую комнату видим. Также и гигантского паренька можно увидеть, в принципе. Так. Бежим, бежим, бежим. Вот сюда сходим. 882 пыли у нас. Совсем чуточку осталось. О, почему мы сейчас будем прыгать? Давай, 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 полетели, полетели. Я немножечко задержался тут. Все, добрались мы сюда. И у нас 952 пыльки. Пыльки, пыльки, пыльцы. В смысле. Можем обратно вернуться, но нет. Мы сейчас здесь все проверим. Ну, выходит, что все, я все прям тут зачистил, да? Внизу вроде бы пыльцы я больше не вижу. Поехали. Сейчас еще тот угол зачистим. И комната пройдена на 100%, наверное. Это тоже заберем. Опля. Там вон внизу еще пыльца есть, она от шелкопряда идет. Надо это будет сюда. Если я сейчас здесь упаду, это будет фиаско, братан. Пока держимся, пока держимся. Так. О, ничего себе. Ничего себе. Вот. Вот она, этот шелкопряд. Подрывашкину, конечно же, возьмем. Листичек какой-то. Где же письмо? Вот оно, письмо. Только о нем подумал. Книжном столбике. Книжном столбике. Письмо. И обратно. Выходит, мы все загадки тут разгадали. Зачем же так плохо обойтись с жителями дома 100 раз? В смысле, а с кем я плохо обошелся? Подождите, о чем речь вообще идет? Я не понял. Если ты заметил что-то или приметил, как я натворил какую-то бяку жителям, то скажи мне это в комментариях. Я потому что не обратил внимания ни на что. С кем я там плохо обратил? Оп, оп, оп. С кем я там плохо обращался? Видимо, то, что я катаюсь сверху над соседями, как бы над жителями. Какие здесь остренькие шипасы. О, сдох. Вот так вот облетим. Облетим аккуратно. И все. О, ты тоже кольцо ищешь? Знакомо, знакомо. Так, проход туда. Ну, рассказывай. Вижу настоящего альпиниста. Позволь представиться, Роб Бингуд. Робин Гуд, короче, это почти Робин Гуд. Добросердечный вор, защитник сирых и убогих. Ну, конечно. Странный у тебя вид, особенно эти капилляры. Но, как говорится, жуков не по панцирю судят, а по щедрости. Ну, я вообще как бы даже не жук. Я просто одет как жук. Видишь ли, друг, я твердо верю лишь в одно. Великие используют несчастье народа ради своего обогащения. Знаешь ли, некий мытарь случайно упал вниз прямо отсюда. Я этого, конечно, не видел, не слышал, не чуял. Погляди, какой великолепный самоцвет застрял на балке.
Помоги добрым делом, принеси камень мне, а я верну его владельцам и обязательно вознагражу тебя. А, вон там он застрял. Крыльев у тебя, вижу, нет, так что придется прыгнуть на добрых трех пузырях. Впечатли меня, дорогой Майло. Да вообще без проблем, у меня три пузыря есть уже. Мы еще в первой комнате их добыли. Так, значит, прыгнуть мне нужно отсюда. Спрыгиваем вниз. Чтобы добраться до противоположной балки, да как бы без проблем. Ох, как раз. Как раз. Тютелька в тютельку. Дальше, как нам быть? Туда лететь. Вроде как и долечу. Ну все. Мы все забрали. Здесь же больше ничего тайного, интересного нету, вроде бы. Остается нам кольцо вернуть и письмо. Держи. Какая блестящая победа над тиранией. У тебя все же чистое сердце. Многие сегодня лягут спать сытыми. Как я и обещал, вот твоя награда. Если повстречаешь кого-то из моих товарищей в маске, пожалуйста, поговори с ними ради нашей взаимной выгоды. Блин, он нам дал какой-то найден экспонат для музея. Стальное жало. А я, кстати, и не обращал внимания на богомолов в маске. Хм. Ладненько, полетели. Намыли. Воу. Все, письмо держите ваше. Благодарю. Вся пыльца собрана. Можно теперь купить пузырь. Ты уже прыгаешь от радости, да? Отлично, скорее дай мне. Я отфильтрую токсины, очищу смесь. А вот и твоя награда. Та-дам, пузырь. Какой восхитительный цветочный букет. Надеюсь, здесь нет подвоха. Стоит найти дегустатора для такого творения. На всякий случай. Чтобы не отравиться, да? Bubble Glider, еще один. Ну классно же, классно. Ну все, запасы пополнены. Думаю, что в чудачи осталось немного пыльцы, если нужно для личного потребления. Мы уже тут все собрали. Мы возвращаемся в нашу лабораторию по созданию суперракеты, или что там, супермеханизма, который отправит нас домой. Ритми с одной веншахты вышел, я с другой веншахты вышел. Прикольно. Это было труднее, чем я предполагал. Прекрасная работа, Майло Дэйн. А мне показалось вообще легко, на изи прошли все. Каска обретает вид. Мы установили новую деталь механизма великого Ардвина. Как заполучить следующую, я понятия не имею. Ножницы от города Ванной получают только самые достойные граждане. В Ванию можно попасть через люк в чудачи. Вперед! То есть обратно в чудачу, да? Окей. Но то, что нас будет ждать в Ване, мы уже узнаем в следующей серии. Поэтому, если тебе понравилось, ставь лайк и подписывайся, если ты этого еще не сделал, чтобы не пропустить нового ролика, на котором мы с тобой и увидимся. Так что, до встречи!